Согнули ногу, вращение бедром по кругу, амплитуднее двигаемся. Мягко, мягко, комфортно, удобно. В другую сторону. Также плавно, красиво. Вращение бедром. І відвели ногу в сторону. Так, Сергій Ларшин проводить тренування з йоги для 12 кропивничан. Займається йогою 30 років, розповідає про те, що захворів на рак, дізнався випадково. Лечащего врача меня перенаправили в нашу областную онкологию, ну а областная онкология меня уже направила в институт рака, потому что таких операций здесь не делали. Как и любой человек, который сталкивается с онкологией, всегда возникает первый вопрос, почему это произошло со мной, да, и так далее. Ну тут уже как лотерея, потому что мои врачи говорили, что это все-таки, скорее всего, на генетическом уровне, потому что у меня было очень много родственников онкобольных, плюс, наверное, может быть, все-таки какая-то среда внешняя. Каже, на лікування витратив 10 тисяч гривень. Операція була безкоштовна, купував лише ліки. 3 місяці проходив гормональну терапію, потім видалили пухлину. Реабілітація тривала півроку. Моё выздоровление прошло благодаря тому, что всё-таки моё тело в общем и целом достаточно здоровое, поскольку я тренируюсь, нет склонности к каким-то дурным привычкам там и так далее. Поэтому всё произошло очень хорошо, очень быстро восстановилось и так далее. И врачи мне тоже говорили, что очень много, не так часто можно сегодня встретить человека, которому делают операцию, у которого нет никаких, скажем так, параллельных проблем. На день має 6 тренувань. Сніжана Логавінова каже, більше року відвідує його заняття. Він нас вчить і розслабитись, і сконцентруватися, і забути все, що відбувається поза межами цього залу. Сергій Ларшин розповідає, рак змусив переосмислити своє життя. Самое важное, что просто начинаешь жить, ценить жизнь, потому что ты понимаешь, что тебе подарили как бы вторую жизнь фактически. И как бы уже после этого ты понимаешь, что тебя могло бы и не быть. После этого вот ты начинаешь больше радоваться жизни, больше ценить людей вокруг себя, там, меньше нервничать там, и так далее. Это шанс. Наступного року чоловік мріє об'їхати на велосипеді Європу. Анна Добрань, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.